собой зарядка. Такое ощущение, что звонится напрямую. Так, минус. Ну и, соответственно, плюс. Так. Отлично. Теперь проверим очень умным пинцетом, мало ли, вдруг там что-то есть. Поставим на авто. Ну и, соответственно, проверяем. Ничего не видит. Так. А если делаем следующим образом, ну и, соответственно, сюда же. Короче говоря, ничего. Из этого сделаем заключение, что можно готовый штекер припаять прямо сюда. Вот, в принципе, и все. Соответственно, нужно будет лишь соблюсти полярность. Так. Выкручиваем. Снимаем. Текс. Ну и, соответственно, будем паять. Плюс к плюсу, минус к минусу. Так. И сразу же одеваем эту штучку. Ну и, соответственно, кусочек термоусадки на клеевой основе. Так. Плюса. Отличненько. Немного флюса сюда.
достать. Так, одну припаяли, теперь вторую чуть-чуть вывернем и будем паять минус с плюсом. И все можно собирать обратно. Так, так. 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 Так, так, так. Где-то вот так. Проверим на короткую. Для начала целостность провода и предохранителя. Теперь минус. С этой стороны же рабочий минус. Минус тоже есть. Ну и на короткое. Короткого нет. Все, можно отдавать.